Действительно, когда я начинала работать, книга выглядела очень традиционно, и она была гораздо дальше от телевидения и шоу-бизнеса, чем на данный момент. И, в общем, сейчас, наверное, получается так, что авторские права в области цифрового издательского бизнеса, они все больше приближаются к регулированию тех же самых авторских прав, связанных с музыкальным бизнесом, связанных с бизнесом кино, с аудиовизуальными произведениями и так далее. И, в общем, конечно, в связи с этим здесь появляется своя уникальная специфика, которая, с одной стороны, делает действительно этот книжный рынок, этот издательский рынок ни на что не похожим, с другой стороны, делает его все менее похожим на традиционный бумажный рынок и все больше похожим вот на, я бы сказала, действительно на рынок музыкальных продаж, на рынок кинопродаж. И это, безусловно, налагает очень серьезные последствия. Но, тем не менее, здесь есть базовые положения. Я не знаю, насколько вы вообще знакомы с авторским правом. Это была для меня загадка. Я смотрела ваши анкеты, и мне хотелось понять, что действительно вас интересует. Поэтому я постараюсь пробежаться по каким-то базовым моментам, но при этом учитывать специфику цифрового электронного издания, как я ее вижу. Потому что основная сложность для вас и для меня заключается в том, что все идет вперед, книгоиздательский бизнес в цифре развивается, а законодательство не меняется. И в этом заключается основная проблема. В связи с этим сегодня мы с вами будем говорить о некой практике судебной, которая сложилась в области цифрового электронного книгоиздания, о том, как вообще регулировать, что такое электронная книга с точки зрения права, потому что подходов здесь очень много. И я не претендую на истину в последней инстанции. Мне будет очень интересно, если у вас будут другие точки зрения, если у других юристов будут другие точки зрения. Потому что здесь, к сожалению, не всегда можно дать некий однозначный ответ, там, верный или неверный. Но, по крайней мере, мы с вами предпримем такую попытку задать какую-то систему координат. Потому что на данный момент даже система координат по отношению к авторскому праву в области цифрового издательского бизнеса отсутствует. Ну и начнем как бы с самого, наверное, казалось бы, такого базового момента в области авторского права. Это, в принципе, то, что охраняется авторским правом. Как вы видите, перечень, который у вас на экране, он огромный. Более того, он еще и является открытым. В связи с этим возникает очень большой вопрос, а что же на самом деле охраняется авторским правом, а что не охраняется авторским правом. Я также прошу вас обратить внимание на то, что литературные произведения являются, несмотря на то, что литературные произведения являются охраняемым объектом, далеко не все литературные произведения по факту могут охраняться, и ситуация осложняется еще и тем, что мы с вами тут такого понятия, как электронная книга, почему-то не видим. В итоге возникает вопрос, охраняется ли электронная книга авторским правом вообще, и если да, то как она охраняется и что она из себя представляет. Вообще, здесь как бы основное правило авторского права заключается в том, что авторское право охраняет результаты интеллектуальной деятельности человека. То есть результаты интеллектуальной деятельности машины не охраняются. И второй критерий, очень важный для охраны, это форма произведения. То есть, если произведение существует в нашей голове, то, безусловно, охраняться оно не может. Для него должна быть какая-то форма. И если мы обратим с вами внимание на пункт 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, то, в общем, мы увидим с вами, что Гражданский кодекс упоминает такую форму, как объемно-пространственную, которую можно отнести к, скажем так, новым технологиям. Но, в принципе, найти здесь однозначно форму электронной книги или цифровую форму мы с вами ее не найдем. Здесь говорится о форме письменной, устной, звука и видеозаписи. И в связи с этим возникает еще один вопрос. А что же такое, в какой же форме существует электронная книга? И действительно, может ли эту форму быть охранена? Но поскольку эти формы, и эти произведения, и перечень, вернее, этих форм и произведений являются открытыми, то мы с вами можем допустить, что электронная книга, безусловно, может охраняться авторским правом, и вот с каких позиций.
Дело в том, что электронная книга – это, на мой взгляд, особый объект права. Почему она является особым объектом права? Потому что она может включать в себя вот как минимум, например, эти четыре составляющие. То есть электронная книга, получается, это не какой-то простой объект, куда входит, скажем, только литературное произведение. Хотя есть и такие книги, вы это знаете, просто оцифрованные книги, печатные, или просто тексты, размещенные в цифровой форме, это могут быть литературные произведения, которые существуют в цифровой форме. Но мы с вами знаем, что технология усложняется. И лицензионный продукт на сегодняшний день, он тоже усложняется. И наиболее привлекательный лицензионный продукт на электронном книгоиздательском рынке – это продукт мультимедийный, который может содержать и литературное произведение, и программные продукты, рисунки, иллюстрации, музыкальные произведения. И обратите внимание, что здесь, в случае, если нам в руки попадает такая книга, мы должны с вами учитывать, что у этой книги будет несколько авторов. Смотрите, у автора литературного произведения, автор литературного произведения – это одно лицо. Автор программного продукта – это другое лицо, это программист. Автор рисунков или иллюстраций – это либо художник, либо дизайнер, либо и тот, и другой. Они тоже могут являться по закону авторами. Это музыкальные произведения, где автором может быть композитор, но надо учесть еще, что музыкальное произведение кто-то исполняет, и кто-то записывает фонограмму, соответственно, помимо авторских прав здесь возникают еще и смежные права. Из всего этого я могу сказать, что, конечно, издателю электронной книги с точки зрения авторского права, ну, вряд ли позавидуешь. Потому что по закону получается, что издатель электронной книги подпадает под такое определение, которое есть в Гражданском кодексе Российской Федерации, его можно квалифицировать как лицо, организовавшее создание произведения сложного объекта. По аналогии здесь можно привести пример с продюсером кино или телевидения, потому что продюсер, и мы знаем, что телевидение на сегодняшний день, оно продюсерское, кино практически тоже продюсерское, за редким исключением. И вот продюсер является тоже таким лицом, который организует создание сложного объекта. То же самое касается лица, который создает сайт. То есть у этого сайта есть авторы текста, авторы картинок, или графики, какой-то, не знаю, веб-дизайнер, да, музыкальный композитор, который создал музыкальное сопровождение этого веб-сайта. Но есть лицо, которое все это организовало. Что значит лицо, организовавшее создание сложного произведения, сложного объекта? Это значит, что это лицо, которое, ну, профинансировало, грубо говоря, и инициировало, скажем так, это создание, профинансировало это создание, вот собрало вокруг себя конкретных людей и обеспечило создание данного продукта. Хотя в законе прямо не говорится о необходимости финансирования данного проекта для того, чтобы стать этим самым лицом, организовавшим создание сложного объекта, но тем не менее практика складывается именно так. Какие права есть у этого лица? Возникает вопрос. Самое печальное, на мой взгляд, я вот не перестаю этому удивляться и постоянно об этом говорю, что, в общем, это лицо существенно ограничено в правах по сравнению с авторами. Конечно, если вы являетесь сами автором литературного произведения, и вы сами издаете свой продукт и организуете создание, то вы получаете некие дополнительные права на весь объект в целом и являетесь автором литературного произведения в частности. Но автором всего, всей электронной книги вы быть не можете, потому что это сложный объект, вы будете только лицом, который организовал создание этого объекта. Какие у вас есть в связи с этим права? Во-первых, вы вправе при любом использовании данного произведения указывать свое имя, письменно написанного аудиовизуально, мультимедийного произведения, указывать свое имя или наименование, либо требовать такого указания. В случае, если кто-то перепечатывает вашу книгу и удаляет ваше там, наименование вашего юридического лица или ваше ФИО как лица, создавшего мультимедийный объект, вы имеете право обращаться в суд за защитой своих личных неимущественных прав. Мы об этом поговорим позже. Но, тем не менее, это важно уже отметить сейчас. По большому счету, из прав это все. К
сожалению, это так. Зато здесь возникает обязанность. Какая обязанность? Обязанность заключить договоры со всеми теми лицами, которые являются авторами данной электронной книги. Это обязанность. Она предусмотрена по Гражданскому кодексу как обязанность. Я еще раз это подчеркиваю. То есть вы не имеете права использовать сложный объект и не получаете статуса как лица, создавшего, организовавшего создание сложного объекта, если вы не заключили договоры с данными лицами. И кроме того, даже если все те авторы, которые создали произведение, вошедшее в этот сложный объект, передали вам все имущественные права, и вы спокойно можете продавать эту книгу, вы должны всегда иметь в виду, что за ними сохраняются личные неимущественные права, которые все равно налагают некое обременение на ваш сложный объект. Что такое личные неимущественные права, тоже попозже мы поговорим. Также мне хотелось бы обратить ваше внимание на статью 12.40 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, собственно, посвящена как раз статусу лица, организовавшего создание сложного объекта. И обратите внимание, что здесь прямо указано, что такое лицо приобретает право использования результатов интеллектуальной деятельности, которые входят в эту электронную книгу на основании договоров об отчуждении исключительного права, то есть когда автор полностью передает вам все свои имущественные права, либо лицензионных договоров, заключаемых с обладателями исключительных прав. Это тоже очень важный момент, потому что порой лицо, которое создает сложный объект, заключает такой договор с лицом, который не обладает исключительными правами, а обладает неисключительными правами, делая очень серьезную ошибку. Потому что для того, чтобы включить какой-то объект в электронную книгу, создать новое мультимедийное произведение, такое лицо должно получить именно исключительные права для вхождения произведения в данный объект. То есть в составе данного объекта данное произведение должно использоваться исключительно. Вопрос возник, это получается, что мы не можем заключать права с издательствами, а нам нужно с авторами, со всеми есть там, с иллюстраторами заключать? Это зависит от того, спасибо большое за вопрос, действительно вопрос хороший, это зависит от того, кто является обладателем исключительных прав. То есть если автор подписал исключительные, если он отчудил... Как правило, авторы передают все свои права, исключительные права издательствам. И если я просто говорю про такую ситуацию, когда вы подписываетесь напрямую с автором, у автора этих прав нет, и он вам передает не исключительные права, потому что у него остались только не исключительные, а исключительные он передал издательству, а потом издательство подает на вас суд. Потому что говорит, извините, а права-то исключительные находятся у нас, и таких судебных случаев масса. Суд никогда не встанет на вашу сторону. Суд просто не принимает во внимание наличие договора о передаче неисключительных. То есть правильно ли я понял, что если я заключаю с издательством договор на приобретение электронной книги, я должен проверить, есть ли у этого издательства исключительные права? Совершенно верно. Они должны предоставить все свои договора с авторами и с иллюстраторами. Это совершенно нормально. Как правило, возникает проблема, может возникнуть проблема с тем, что не очень хотят показывать финансовые условия. Я всегда говорю, что меня ваши финансовые условия абсолютно не интересуют. Вы можете закрыть суммы, отсканировать все в таком виде, в котором это все есть, и отправить мне. Почему? Потому что, в принципе, судебная практика идет по тому пути, что вы обязаны, приобретая права, вы обязаны проверить, кто является надлежащим правообладателем. Потому что я могу вам сказать, что, вы знаете, у меня есть исключительные права на Джоан Роулинг. Мы с вами подпишем договор, я вам напишу несуществующие паспортные данные, вы начнете издавать эту книгу, где я нахожусь, никто не знает, вероятно, вообще мы с вами договорились об этом. Вы приходите в суд и говорите,
Я не знаю, где находится Шерстобоева. По эти паспортные данные, ну, не верны, но я-то добросовестный приобретатель. Нет, вы не добросовестный приобретатель, потому что вы не проверили, передавало ли мне там издательство права, на которые принадлежат Джоан Роулинг, данные права, либо сама Джоан Роулинг. Является ли отсканированная копия, которую можно элементарно сфальсифицировать, каким-то доказательством для меня? Там можно написать все, что угодно. Вы знаете, ну, как правило, во-первых, фальсификация копии – это вообще-то подделка документов. Но, как правило, просят, я прошу заверять копии, чтобы копии заверял генеральный директор. Просто печать подписи. Да. То есть нотариальное заверение в данном случае я не считаю необходимым. По крайней мере, в моей практике не было, слава богу, таких случаев, когда подделывали документы и что-то не так ставили. Сейчас рынок, при всем при том, что он усложняется с одной стороны, с другой стороны он становится более цивилизованным. Я просто вспоминаю ту ситуацию, которая была 10 лет назад, это просто небо и земля. То есть рынок все равно более цивилизованный, меньше действительно обмана, меньше каких-то подлогов, то есть практически этого нет, я бы так сказала. Слушайте, можно еще вопрос показать, что да. Вот я так понял, что вы сейчас говорите, когда мы работаем с контентом уже готовым, когда мы берем чей-то контент, мы должны выяснить, какими... Это об этом следующий мой слайд, давайте мы поступательно пойдем. Я предлагаю все вопросы оставить на конец нашего... Ну, если, конечно, вот прямо что-то действительно по ходу возникает, спрашивайте, потому что, как правило, 80% вопросов, которые я слышу, они содержатся у меня в ответах, потому что я, в принципе, понимаю, что какие вопросы вас интересуют. Ну, по крайней мере, надеюсь на то, что я понимаю. Как раз вот то, о чем вы говорите, если я вас правильно поняла. Нет, вопрос не в этом был. Вопрос в том, что когда мы привлекаем разработчиков непосредственно на создание внутри проекта контента, то есть там схема достаточно же простая, как мы с фрилансерами работаем. То есть договор, деньги, акт, вот и все. И где в договоре четко прописано, что все создано, весь контент, созданный в процессе работы над этим сложным электронным произведением, он принадлежит студии. Значит, вот это то, о чем все-таки мой слайд. Обращаю ваше внимание на то, что с точки зрения авторского... С точки зрения авторского права, я бы разделила электронные книги на две части. И эти две части по своему статусу принципиально разные. Значит, во-первых, это электронные версии печатного издания. Это то, вот о чем мы с вами говорили, то, о чем мы с вами обсуждали. И здесь нужно учесть то, что создавая электронную версию того издания, которое уже выходило, нужно получить разрешение не только от автора, обладателя исключительных прав, но еще и от издателя. То есть даже в том случае, если права уже перешли к автору, нужно понимать, что у издательства могут быть права на оригинал макет, например, данной книги, либо на графику данной книги, либо еще на какие-то отдельные ее части, либо, например, на редакторскую версию, либо, например, на перевод данной книги. То есть это всегда нужно иметь в виду. И если мы говорим о том, что электронная книга изначально выпускается в цифровом виде, то здесь, безусловно, все проще. Почему? Потому что если вы, скажем, вот как правильно говорит молодой человек, то есть в данном случае основой является литературное произведение, права на которое мы приобретаем по исключительному, по договору, либо об отчуждении права, либо как намного чаще бывает, по исключительной лицензии. Все остальное, как правило, делается под заказ, по договору заказа для включения в это сложное произведение, в это сложное мультимедийное произведение под условным названием «Электронная книга». Еще раз подчеркиваю, это название условное, потому что нигде в гражданском праве такое понятие, такой объект права, как электронная книга, вы не найдете. Но это же произведение для ЭВМ, программа для ЭВМ. Мы в Роспатенте ее регистрируем как программу для ЭВМ. Ну вы понимаете, это не только программа для ЭВМ. Куда вы денете музыку? Куда вы... Если бы это была только программа для ЭВМ, поверьте мне, можно было бы заключать договоры только с программистами. А как же вы, это же творческое произведение, это результат творческой деятельности не только программиста, но еще и автора текста, но еще и автора музыки, еще и автора графики. Если бы все было так просто, и электронная книга не отличалась бы ничем
от программы, то я думаю, что мы бы с вами не говорили о таком, количестве специфики. Просто действительно здесь получается объект сложен, куда входит очень-очень много всего. А в чем принципиальная разница между интернет-сайтом и его созданием? В процессе те же самые. И созданием электронной книги. Тогда принципиальная разница, объясните, пожалуйста. Я просто не понимаю. Принципиальная разница заключается в том, что, как правило, когда вы создаете сайт, вы все объекты создаете с нуля. Вы создаете вы очень редко берете права, ну, скажем, покупаете права у какого-то издательства для того, чтобы включить туда какие-то тексты. Вы сами пишете эти тексты, потому что это сайт, например, вашей компании. Вы нанимаете пиарщика. Они создают, все ваши работники создают сложные произведения. Как типа служебные, Вернее, не сложные, а служебные произведения, которые согласно этому статусу автоматически принадлежат работодателю. Электронная книга вообще создается в трудовом договоре, да, это учитывается? Принципиально по другим законам. У вас, конечно, может быть штатный дизайнер. У вас, конечно, может быть штатный график, но вы можете привлекать. Я вряд ли, я думаю, у вас есть штатный композитор в издательстве. Это решается на уровне договора. Мы привлекаем человека, пишущего музыку на уровне договора, прописываем его как бы созданный им контент, что он в процессе работы над ним он все равно принадлежит студии по итогу. И он не имеет на него права. Совершенно верно, да. Я абсолютно здесь не спорю. И обратите внимание, что. Бывает, я вот сталкиваюсь в практике своей с таким, что когда, например, ты делаешь договор заказа, по которому заказываешь проект создания музыки или создания там картинок, и при этом очень часто какие-то маститые композиторы или художники, они отказываются передавать исключительные права, либо пытаются каким-то образом ограничить использование данного произведения в составе сложного объекта, ну, грубо говоря, на год передают или на полгода, или, например, там территорию ограничивают. В Гражданском кодексе в связи с этим написано прямо, что условия лицензионного договора, которые ограничивают использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, они ничтожны. Поэтому в сложный, все, что включается в сложный объект, как правило, это права на, при передаче прав, эти права отчуждаются для того, чтобы в составе сложного объекта эти права могли совершенно свободно использоваться. Да. Мне тогда такой вопрос по первому, да, когда мы получаем разрешение от автора и от издателя, навсегда ли нужно разрешение от издателя печатной версии, потому что автор же может передать издателю электронной версии рукопись, с которой не работало, да, издательство, которое выпускало бумажную версию. Тогда это не нужно надо, проверять. Да? Это нужно проверять. Подлежит проверке, тогда. Это нужно проверять всегда, безусловно. И я забыла, что. То есть издавалась ли эта книга, не издавалась, где она издавалась. Ну, то есть это нужно всегда проверять. Мы когда заключаем договор, например, с композитором, да, для сложного объекта. Соответственно, мы несем ответственность за то, что мы используем, например, это музыкальное произведение только в составе сложного объекта. Мы его не можем отдельно никак использовать. Не можете отдельно использовать. Совершенно верно. Значит, также я бы хотела обратить внимание на иные охраняемые объекты авторского права, которые не попали в первый список, но тем не менее они, их тоже нужно учитывать. Во-первых, это, как уже было сказано, программа для ЭВМ, затем это производные произведения, представляющие собой переводы или другие переработки. То есть здесь нужно, я думаю, что вы все это знаете, просто важно это еще раз проговорить, что если вы делаете, скажем, какой-нибудь сиквел или какую-нибудь экранизацию, то, безусловно, здесь права должны быть получены. Кроме того, очень важно знать, что составные произведения тоже охраняются. То есть смотрите, если вы берете, делаете электронную версию, типа там, не знаю, лучшие рассказы русских писателей, даже если все эти рассказы писателей не охраняются на данный момент по авторскому праву, вы должны понимать, что у этого сборника есть составитель. И у него, как у составителя, вот он решил расположить, включить, например, туда там Пушкина и не включить туда, предположим, не знаю, Толстого, да, в этот сборник по какой-то причине. И это его творческий вклад в данное составление. Вот то, как эти рассказы представлены, в каком порядке они расположены, кто туда включен, это творческий вклад. Поэтому, если вы хотите создать электронную версию какого-либо сборника, вы должны понимать, что у
составителей этого сборника есть авторские права на, грубо говоря, вот эту самую последовательность. Это касается абсолютно любых сборников. Как то, я не знаю, там, стихотворные сборники, потому что об этом тоже очень часто забывают, что, например, у поэтических книг не всегда есть составитель, который располагает стихи определенным образом. И вот это всегда нужно учитывать. Скажите, но если мы поменяем главы местами, это уже не попадает? Вы знаете, здесь просто, здесь это все зависит, все же очень конкретно. Это все будет зависеть от очень конкретного случая. Если составитель посчитает, что, например, ну, грубо говоря, вы выпускаете сборник по тем же самым названиям, и вы поменяли там местами два рассказа, то я думаю, что в принципе в суде он может доказать, что в данном случае его права были нарушены. Вот. Более того, у него была определенная последовательность, а вы эту последовательность нарушили, не указали там его как составителя, и личные, и неимущественные, тут и имущественные подключаться. Но если вы, конечно, сделаете новую, абсолютно новый подход, новые рассказы туда включите, поменяете название, то, конечно, тогда ну, говорить ни о какой переработке, там, ни о каких нарушениях, ни о каком нарушении прав мы не можем. Кроме того, к охраняемым объектам авторского права относится часть произведения. Эта часть произведения, это, конечно, очень сложный такой момент, потому что часть произведения может быть настолько минимальной, что очень часто сложно понять, охраняется она авторским правом или нет. Например, название. Вот в некоторых случаях название будет охраняться, в некоторых случаях нет. Здесь какого-то такого, такой какой-то панацеи простой, безусловно, нет. Но нужно всегда смотреть, насколько данное название оригинально. В данном случае вот у вас здесь приведен пример, это дело «Аванта Плюс» против издательского дома «Русская энциклопедия». Мы судились по поводу названия серии «Энциклопедия для детей и юношества». Это было известное очень дело, резонансное 97 года. «Аванта Плюс» настаивала на том, что это название этой серии придумали они, и что нужно запретить издательскому дому «Русская энциклопедия» издавать серию с таким названием. Но суд сказал, что в данном случае никакого нарушения нет, потому что название «Энциклопедия для детей и юношества» не охраняется, потому что оно не обладает достаточной степени, оригинальностью. Тут нет как бы, творческий вклад, он не очевиден на данный момент, и такое название мог придумать кто угодно. То есть, в принципе, оно могло быть создано вне зависимости от того, знала издательский дом «Русская энциклопедия» о существовании такой серии у конкурента или не знала. Также нужно всегда иметь в виду, что персонаж произведения тоже является охраняемым объектом. 100% он охраняется как нарисованный, да, объект, и иногда он будет охраняться как фамилия и имя. Понятно, что когда мы говорим об Анне Карениной, даже если представить себе, что Анна Каренина на данный момент бы охранялась, можно допустить себе, что есть человек с именем Анны и фамилией Каренина. И в данном случае тоже вряд ли можно было бы говорить о какой-то охраноспособности. Но, например, такое название, как Чебурашка, я думаю, вы все знаете, что это название охраняется, в отличие, например, от крокодила Гена. Потому что крокодил Гена, крокодил Маша, крокодил Гоша, в принципе, медведь, Саша, вряд ли это можно сделать, вряд ли можно говорить об этом, что это охраняемое название. Вот. Но Чебурашка, безусловно, это само по себе очень оригинальное слово, вызывает четкие очень ассоциации с определенным персонажем. И просто возможность успеть. Ну да, в том числе и тоже. Также есть такое, мы с вами говорили об электронных книгах, но вот мультимедийных, которые, наверное, в скором времени, как мне кажется, я могу ошибаться, будут все-таки доминировать на рынке, но также есть еще и аудиокниги, которые пришли к нам тоже с цифровой средой, и они сейчас очень популярны на рынке, как вы тоже знаете. И здесь нужно понимать, что аудиокниги, они уже, это уже другой объект права. И вот в этом, то есть, понимаете, мы как бы по сути законодательство адаптируем к сложившейся ситуации. По идее, конечно, его нужно менять, об этом сейчас многие говорят, потому что, получается вот такая вот многоступенчатая адаптация. Например, аудиокнига, по сути, ничем не отличается от музыкального произведения. Ничем не отличается от песни. У нее также есть автор текста, автор музыки и изготовитель фонограммы. И еще есть исполнитель. Какая разница, человек там поет или он декламирует, или он там читает рассказ.
То есть, по сути, это то же самое музыкальное произведение, у которого есть обладатели авторских прав и обладатели смежных прав. Можно вопрос? Да. Тогда, получается, с человеком, который озвучил все это, тоже лицензионный договор нужно заключать? Безусловно. Я думаю, даже не лицензионный договор, а договор об отчуждении права, потому что если вы привлекаете актера на исполнение какого-то текста для создания аудиокниги, он бы никогда в жизни не создал это исполнение, если бы вы не предоставили ему такую возможность. Поэтому здесь, безусловно, будет договор об отчуждении прав. Он один раз это отчитает, и нигде это больше он использовать не может. Скажите, это временное по этому вещи отчуждение, или можно вообще просто? А мы сейчас об этом тоже поговорим. То есть вот я бы хотела обратить ваше внимание, что фонограмма исполнения являются объектами смежных прав, в отличие от произведения, которое является объектом авторских прав. Меня часто спрашивают, а что такое смежные права? Ну вот они как бы, вместе с авторскими. Это не значит, что они какие-то менее обязательные, меньше стоят. Мне иногда спрашивают, а нарушение смежных прав, оно меньше стоит, чем авторских? Нет, не меньше. Все то же самое. Все, это вообще зависит от стоимости, сумма там, ущерба, убытков. Она зависит от совершенно других факторов. Не от того, какие были права нарушены, авторские или смежные. Скажите, пожалуйста, а если аудиокнигу, например, исполняют по радио, там есть музыка, вы должны еще композитору отдельно платить там за иные права, право там за исполнение каждый раз, когда она транслируется? Если вы российское авторское общество, то да, но я думаю, что вы вряд ли российское авторское общество. Этим занимается сама радиостанция, поскольку здесь нет представителей радиостанции. То есть это никак издателя вообще не касается? К издателю не касается, это требование закона. Для этого есть российское авторское общество, которое помимо того, что оно депонирует авторские произведения, оно еще занимается выплатой вознаграждения композиторам за публичное исполнение их произведений. И в данном случае публичное исполнение – это как радиостанция, так и телевидение, так и сцена. И я думаю, что у вас этот вопрос касается… Может быть, это важно знать для общего развития, но это такая отдельная головная боль, про которую можно говорить очень долго. И, как правило, с теми, кто работает на радио, на телевидении, мы об этом говорим долго и очень так эмоционально. Обратите внимание, что права на исполнение, права на фонограмму, у них срок чуть меньше, чем у прав авторских. Авторские права это 70 лет, у меня будет еще слайд по этому поводу, а смежные права это 50 лет, по крайней мере, применительно к исполнению и к фонограмме. Значит, я думаю, все вы знаете, что авторское право не охраняет идеи, концепции, сюжеты. Можете не фотографировать слайд, я обязательно вам их всех раздам через Оксану. Авторское право не охраняет идеи, факты, открытия, какие-то сообщения информационного характера. Я думаю, что вы все это знаете. Но применительно к цифровой среде вот очень сложным моментом является, может быть, вы считаете его частным, но я считаю, что все больше и больше таких дел возникает, применительно к доменному имени. И вот обратите внимание, что он уже такой последний там в списочке, доменное имя. И в связи с этим я бы хотела вам рассказать об одном очень интересном деле, которое рассматривалось в 2008 году в суде. Оно связано с книгоизданием, правда, не цифровым, но, тем не менее, поскольку оно связано с доменным именем, тем не менее, очень интересно для рассмотрения. Это дело «Одноклассники против Эксмо». Обратите внимание, что вот у вас сейчас на экране книжка, которая вышла в издательстве «Эксмо». И я думаю, что все из вас прекрасно знают, что такое «Одноклассники», не стоит объяснять, и прекрасно знают дизайн сайта. Так вот, в чем была суть дела. Значит, «Одноклассники» требовали от «Эксмо» 200 тысяч рублей компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу, во-первых, исключительных прав на логотип. Обратите внимание, что логотип там в левом верхнем углу. На коммерческое обозначение, собственно, «Одноклассники», и доменного имени. Дело это решилось очень интересным образом, потому что когда я начинаю спрашивать, если бы у нас была какая-то возможность семинара или дискуссии, можно было бы поспорить, что в итоге все-таки решил суд, потому что решение, на мой взгляд, очень интересно. Потому что оно настолько очень часто возмущает людей, это решение, но, на мой взгляд, действительно, все верно.
Значит, также они заявляли о том, что книга вообще была оформлена с использованием элементов фирменного стиля истца. Обратите внимание, что цветовая гамма вся та же самая взята. Ну, в общем, как бы все отсылает туда. И также одноклассники говорили, что размещение доменного имени в выходные данных – это акт недобросовестной конкуренции со стороны Эксмо. Не конкурируйте с ними никак. Недобросовестная конкуренция, она не обязательно заключается в том, что вы конкурируете. Если вы, что вы являетесь как бы прямыми конкурентами компании. Просто если вы используете, грубо говоря, чужой бренд, Для продвижения своих продуктов. Да, это в общем принципе акт недобросовестной конкуренции. Не обязательно, что вы там на самом деле конкуренты с точки зрения бизнеса, и у вас один и тот же бизнес вы ведете. Что заявил 9-й арбитражный суд по этому поводу? 9-й арбитражный суд заявил, что доменное имя не охраняется авторским правом. Это первая была их позиция. И они говорят, что они также заявили, что доменное имя не было использовано применительно к интернету. То есть, ну не было, если бы мы говорили о том, что эта книга электронная, и при нажатии на название мы бы попадали на сайт Одноклассники.ру, возможно, да. Но так как ничего этого не было, и, в общем, действительно никак, никуда попасть было нельзя из бумажной книги, то суд посчитал, что доменное имя, здесь никакого нарушения с точки зрения использования доменного имени нет. Более того, суд посчитал, что обозначение Одноклассники.ру вообще-то не является коммерческим обозначением компании и не подлежит правовой охране в качестве коммерческого обозначения. Хотя само по себе коммерческое обозначение охраняется, но Одноклассники.ру – это доменное имя, которое не охраняется. Название ООО охраняется, да? Да. Одноклассники.ру – это домен, который не охраняется. А там произошла более интересная история, потому что когда они, логотип-то уж точно охраняется, да, 100%. Так вот, получилось так, что когда они сравнили два договора, первый был договор, по которому сдавал графику художник сайта «Одноклассники», а второй – «Эксмошн». Я не знаю, ну, очевидно, делали его, как обычно, уже после того, как все сделали. И, в общем, они не проверили перед тем, как понесли это все в суд. Получилось так, что график «Эксмо» сдал графику раньше, чем график, чем художник сайта «Одноклассники». Исходя из этой логики, они должны быть. Исходя из этой логики, получается, что все меняется совершенно иным образом, и ситуация, ну, просто полностью переворачивается. И в конце уже, вот по поводу акта недобросовестной конкуренции, суд сказал, что здесь закон о рекламе в принципе не применим, потому что в данном случае речь-то идет о названии книги, да, о том, что указано на упаковке, а то, что указано на упаковке, не является рекламой, это информация о продукте, о товаре. Вот, и таким образом, естественно, в иске было отказано, и, в общем, Одноклассники это дело проиграли. Такое очень интересное, на мой взгляд, очень забавное. Самое главное, конечно, что, мне кажется, для вас важно вынести из этого дела, это то, что доменное имя не охраняется, раз, и то, что перед, конечно, подачей в суд всегда нужно очень внимательно смотреть, и вообще договоры всегда лучше оформлять вовремя. И если есть возможность более ранним числом его оформить, не всегда есть такая возможность оформить более ранним числом, и есть сложности в бухгалтерии, вы это понимаете. Слушайте, а не охраняется только РУ-зона? Или, допустим, если мы говорим о международном... Нет, фонде, вообще доменное имя само по себе охраняется, но оно не охраняется авторским правом. То есть оно не охраняется как произведение. То есть если я, грубо говоря, размещу на сайте, на своем, пожалуйста, там заходите на сайт hse.ru, это не будет нарушением авторского права. Я могу в своих книгах использовать доменные имена абсолютно любые. Согласитесь, это правильно, как можно охранять доменное имя. Вы можете использовать в своих книгах абсолютно любые адреса, и вам для этого не нужно заключать какие-то лицензионные договоры, в противном случае, но это был бы уж полный абсурд, согласитесь. Если бы мы еще для использования доменных имен, для указания, должны были заключать какие-то договоры, просто все сошли бы с ума. С точки зрения авторского права доменное имя не охраняется, то есть оно не является произведением. И в этом как бы была фишка этого дела, пикантная подробность. А скажите, а доменное имя, оно же не может, ну, там, полностью совпадать с юридическим, да, названием? С коммерческим обозначением. Да, с коммерческим, да.
Ну, может совпадать, может не совпадать. Это все зависит от того желания, как вы его регистрируете. А если будет совпадать, это будет как-то охраняться? А коммерческое обозначение будет, это ни на что не повлияет. Коммерческое обозначение будет охраняться как коммерческое обозначение, а доменное имя как доменное имя. То есть, безусловно, если мы говорим, доменное имя – сложный объект, о нем можно отдельно говорить. Потому что у нас в стране, например, есть приоритет доменного имени над приоритетом товарной, торговой марки. Это очень большая проблема для многих. Потому что сначала регистрируют доменное имя, а потом регистрируют торговую марку. Если я регистрирую торговую марку, а у кого-то есть такое доменное имя, то начинается просто полнейшая неразбериха. Я думаю, что в связи с тем, что мы вступили в ВТО, там правила игры несколько другие по этому поводу. Потому что торговая марка, конечно, она приоритетнее доменного имени, ну, она сильнее, вот как бы с точки зрения права. Я думаю, что здесь что-то будет меняться. Нам вообще предстоит очень серьезная реформа. Насколько она будет серьезной, насколько много она все поменяет, я не знаю. Но вот правила игры уже, тем не менее, какие-то складываются. У нас будет с вами интересная практика сегодня на тему электронных книг. Я надеюсь, что мы успеем рассмотреть. Просто если не успеем что-то рассмотреть из теории, я эти слайды буду пропускать, чтобы для меня интересно рассказать вам про дела, которые я для вас специально нашла, потому что анализ этих дел вы нигде не найдете. Что еще не является объектами авторских прав? Вы знаете, официальные документы не являются, хотя переводы, например, договоров или переводы каких-то законов, они, безусловно, будут охраняемыми, потому что у них есть переводчик. Именно перевод сам будет охраняться. А государственные символы и знаки не охраняются, хотя использовать их нужно очень аккуратно. Это тоже отдельная история. Произведения народного творчества, фольклор, которые не имеют конкретных авторов. Потому что я помню, когда в 93-м году вышел закон об авторском праве и смежных правах, который уже теперь не действует, а действует вместо него Гражданский кодекс, и все увидели, что произведение народного творчества не охраняется, начали издавать частушки, тут же появились авторы этих частушек, тут же появились авторы русских народных песен, которые в добром здравии находятся, живут себе, и в общем было очень много судебных исков по этому поводу, поэтому с этим тоже нужно быть аккуратным. Сообщение о событиях и фактах, которые имеют исключительно информационный характер, как то, например, расписание электричек, вот вы знаете, очень популярная услуга в мобильном контенте, тоже это, в общем, новые технологии, не охраняется авторским правом, так же, как не охраняется авторским правом программа телепередач, на этом тоже делает бизнес, вы знаете, эти программы популярные, некоторые из них платные, некоторые бесплатные, но вот этот контент, который внутри них находится, он не охраняется авторским правом. По поводу произведений народного творчества, не имеющих конкретных авторов. В Евросоюзе есть вполне конкретное название для этих произведений. Может быть, у нас будет в будущем что-то подобное. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, вышла совсем недавно директива Евросоюза о некоторых случаях разрешенного использования сиротских произведений. Они прям так называются, сиротские произведения. Это совсем недавний документ. Согласно правилам международного права евросоюзовского, все страны, которые входят в Евросоюз, как вы знаете, Россия не входит в Евросоюз, должны в течение 2 лет имплементировать данную директиву. Что значит имплементировать? Значит, привести свое законодательство в соответствие с этой директивой. Директива это очень важная. Она важная. Просто я хочу, чтобы вы знали про нее. Она важна для тех из вас, кто будет продавать книги вдруг в Европе или европейских авторов, там есть такие интересные правила. Потому что есть действительно такая сложность, и вы это знаете, когда автора невозможно найти. Просто невозможно найти. И по сути получается таким образом, что произведение блокируется для аудитории. Потому что ты ничего сделать не можешь. У меня был такой случай, мы разыскивали автора очень долго, нашли наконец его наследницу, оказалось, что автор умер, он был в Беларуси, нашли наконец его наследницу. Наследница оказалась не проживает по этому адресу. В общем, 3 года ушло вот на поиски, и все зашло в тупик. Вот что делать в такой ситуации? Просто можно, конечно, опустить руки и положить произведение в стол, но вот директива Евросоюза предусматривает новое правило для таких так называемых сиротских произведений, то есть произведений, у которых невозможно найти автора. Произведение признается сиротским в том случае, если правообладатель не установлен, не обнаружен, но при этом был предпринят добросовестный поиск этого автора. Очевидно, как я считаю, мы пока с вами не знаем, как будет доказываться то, что добросовестно сделал, добросовестно ли издатель вел себя, искал этого автора, или недобросовестно он его искал.
непонятно, но сам факт того, что такое правило будет, вот интересно будет, как оно будет регулироваться в Европейском Союзе, потому что рано или поздно к нам это все приходит. В какой-то момент, возможно, для нас этот опыт тоже будет интересен. И здесь именно говорится во многом об оцифровке таких произведений, о том, кто уполномочен осуществлять оцифровку таких произведений, в каких целях она осуществляется. Ну, это все вы можете почитать потом на слайде. Опять же, для чего, как, в каком случае допустимо использование такого произведения. Вообще, вся эта директива, она в рамках, она относится к программе Европа I-2020 и относится к этой, как бы, стратегии такой интеллектуально устойчивой и всеобъемлющего роста. И, конечно, она, то есть ее цель это способствовать, чтобы общество получало доступ в цифровом виде к все большему и большему количеству произведений. Потому что это действительно удобно. Я думаю, никто из здесь сидящих не будет спорить, что электронная книга – это удобно. Конечно, в бумажной книге есть своя прелесть, но электронная книга, на мой взгляд, намного удобнее, чем бумажная. В общем, очень важно, что этот статус сиротского произведения, он не должен ущемлять авторов. Если автор все-таки нашелся и сказал, нет, вот я здесь, у меня произведение не сирота, я вот здесь нахожусь, то этот статус может быть отменен. То есть в любое время, да, может быть отменено? Совершенно верно, да. Если автор объявился, нашелся, и, кстати, он найдется скорее, если он увидит, что его произведение где-то было опубликовано, его можно, таким образом можно просто искать авторов. Это очень эффективный поиск, потому что... А он показался суд, что вы выложили? Я думаю, что в данном случае не будет никакого суда, потому что издатель действовал добросовестно. Он его искал, он его не нашел, он опубликовал данное произведение в цифровом виде. Он показал, что он искал. Конечно. Здесь он должен доказывать, что он обращался туда, вот там копии писем. Я не знаю, как это будет делаться, поживем увидим. Кто такой автор? Значит, по нашему российскому праву автором произведения науки, литературы и искусства признается только гражданин, физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Юридические лица у нас не могут признаваться авторами произведений. Никак. Поэтому всегда будут признаваться только граждане. У нас, то есть некоторые спрашивают, а что есть такое, когда могут юридические лица быть авторами? Есть такие правила, но не в нашей стране. В нашей стране другая традиция, это традиция, она выросла, она имеет своими корнями французскую традицию, где как бы авторское право – это личное право и все, вот, что с этим связано. Хотя надо сказать, что вот этот закон, который у нас на данный момент действует, Гражданский кодекс в 2008 году он начал действовать, он, конечно, гораздо более коммерциализированный, чем предыдущий закон. И здесь надо сказать, что если кто-то из вас работает вот на параллельных рынках СНГ, в Украине, Белоруссии, в Казахстане, вы знаете, что там действуют законы об авторском праве и смежных правах, которые очень похожи на наш старый закон. Потому что, в принципе, тогда в 90-е годы был разработан модельный закон СНГ, его многие взяли за основу. А мы пошли другим путем и в 2008 году ввели в действие новый закон, Гражданский кодекс, который, например, ввел такой институт отчуждения. До этого его не было. И его нет во многих других странах, с которыми приходится работать на территории СНГ. Это, конечно, тоже важно учитывать. Кто не может быть признан автором произведения? Тот, кто не внес никакой творческий вклад. То есть даже если лицо оказывало какие-то консультационные услуги, какие-то редакторские услуги, какие-то корректорские услуги, которые претендуют на то, что вот я как бы могу быть тоже автором, нет. Автором может быть признан только тот, кто внес творческий вклад. И то же самое, это обязательное условие для соавторства. Соавторство, понятно, когда авторов несколько. Это наличие совместной творческой деятельности. Очевидно, что редактор и автор произведения не могут быть признаны соавторами, потому что редактор не внес творческий вклад в создание данного произведения. Авторство бывает делимое и неделимое.
Ильфа Петров, например, это классический пример неделимого соавторства, когда невозможно отделить часть Ильфа и часть Петрова и понять, кто из них там что написал. Ну, научных, извини, одну главу один, вторую, это тогда делимое. Да, даже, пожалуйста, вот вам электронная книга. Электронная книга, все те, то есть если ее рассматривать как мультимедийный объект, то все те люди, которые будут, все те лица, которые вложили, внесли свой творческий вклад в создание электронной книги, они будут являться соавторами. При этом можно отделить картинки, можно отделить текст, можно отделить музыку. Они будут, это будет делимое соавторство. То же самое с аудиокнигой. Можно отделить исполнение, можно отделить музыку, можно отделить, то есть это все будет делимое, вернее не исполнение, а можно отделить музыку, можно отделить текст, это будет тоже делимое соавторство. Согласно Гражданскому кодексу, доходы от совместного использования созданного в соавторстве произведения распределяются между соавторами поровну, если договором не предусмотрено иное. Такое бывает часто, что соавторы между собой не договариваются по поводу распределения дохода на берегу. Если не договариваются, то закон предлагает вот такое решение, что доходы распределяются поровну. О сроке действия исключительного права на произведение мы уже немного говорили. То есть при жизни автора правами управляет автор или иной правообладатель, которому он передал или отчудил эти права. После его смерти в течение 70 лет с года его смерти, с 1 января года следующего за годом его смерти, многие знают, что авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. Но забывают при этом, что этот срок 70 лет, он начинает течь не со дня смерти автора, не с момента его смерти, а с 1 января года следующего за годом смерти автора. Начинает, ну, считает, что произведение уже перешло во всеобщее достояние, начинает его публиковать и тут же натыкается на наследников или иных обладателей прав на данное произведение. Может, да, автор передать перед смертью на все 70 лет? Или там на 5 лет? Имейте в виду, может ли он досрочно завещать, ну, например, там, переход в общественное достояние. Вы знаете, честно вам скажу, что таких случаев не так много, но они есть. Я знаю о таких случаях за границей. То есть в Америке, в Европе такая практика есть, когда авторы еще при жизни сами говорят о том, что мы бы хотели, чтобы это произведение использовалось, ну, перешло в общественное достояние. И если вы зайдете, например, на Википедию в раздел, наберете там public domain, то вы увидите список, конечно, это, боже упаси, не полный список произведений, но вы увидите, что там очень разные годы стоят. Вообще с переходом в общественное достояние нужно быть очень аккуратным, в том числе и в нашей стране. Потому что с иностранными авторами вообще все сложно. Это тоже отдельная история. Но даже с русскими авторами все сложно. Потому что если автор, например, был репрессирован, то этот срок будет считаться с момента реабилитации. Если он участвовал в Великой Отечественной войне, то срок действия прав будет увеличен на срок участия в Великой Отечественной войне. То есть там исключения есть. Есть, конечно, вот это общее правило, и, безусловно, его нужно принимать во внимание, но когда мы говорим о каких-то сложных объектах, например, я помню, что я для одного телеканала, который занимается кинофильмами, показывает кинофильмы, специально по каждому фильму делала справку и высчитывала, и по каждому фильму отдельно проверяла. Очень бывает иногда сложно сказать, охраняется уже произведение или еще не охраняется.